прикройте. Хорошо. А тут... Дверь закрой, я не хочу. Так, мы в эфире. Так, дубль 2. То нам некоторые пациенты звонят очень настойчиво. И у нас немножко некоторые эти сбои пошли. Значит, у нас сейчас стоит 83 иглы. Мы решаем вопрос с остеохондрозом. Повторюсь, здесь у нас суставы идут под замену. Поэтому мы лишь тут облегчаем ситуацию, чтобы было больше кислорода. И функционировало все, насколько можно. Что там операция будет у нас, нет? Да, нет, скоро времени. Да, делать операцию, когда еще вас соток добудете, и будет еще больше у вас. Метод показан китайский. Мы его ставили волнообразно. Вот, это очень... точная позвонка игл. Мы коснулись сейчас меридианов. Вот. Значит, у нас какой раз вы были у меня? Это четвертый. Это именно у меня направки. Да. На банках? Три. Три раза. На иглах вы уже были или нет? Первый раз вы мне делали, да, иглы, сегодня второй. А, сегодня второй раз. Да, у нас вот что происходит. Там раз сразу эти грибы собирать в лесу, видите? Как ёжики. Ну, у нас тут иголочки. Вот. Значит, будет много эфиров интересных, будет показано очень много огненного массажа. Будьте с нами на связи, мы вам рады.